И последний дорожный инцидент со стрельбой произошел в центре Новосибирска. Неизвестный выстрелил по машине наших коллег. Пам-пам. В меня стреляли. Это уже последствия инцидента. Окно заклеили скотчем, чтобы не рассыпалось. Марина, редактор горсайта, вспоминает, что накануне днем ехала с молодым человеком на новом москвиче. Пара возвращалась домой по улице Кирова. На пересечении с Гурьевской, прямо на трамвайных путях, мы услышали хлопок, и я видела, как в замедленной съемке, как, получается, трещины расходятся по тонировке. Естественно, мы тут же затормозили. К счастью, никакой аварийной ситуации не случилось, потому что водитель опытный, он смог там не запаниковать, мы остановились. Водитель тут же вызвал полицию. Сотрудники прибыли на место через 30 минут, приняли заявление и составили протокол. Девушка поделилась подозрениями, что стреляли из проезжающего мимо автомобиля, возможно, из пневматического оружия. Водитель, получается, стал открывать дверь, чтобы выйти посмотреть. И вот в этот момент меня просто охватила паника, потому что, а вдруг стрелок еще там? Это очень страшно. И на том месте, куда, получается, где прострелили стекло, очень часто ездит ребенок маленький. И, к счастью, его не было с нами в тот день, иначе, ну, мало ли что, могло случиться действительно ужасное. Благо, никто не пострадал. Сам стрелок скрылся. Сейчас его поиском занимаются правоохранители.